Всем привет, с вами Костя, и добро пожаловать на новую очередную реакцию. Сегодня будем слушать опять Шамана, песня называется «До самого неба». Но прежде чем, как мы начнем слушать, я бы хотел сказать всем спасибо, кто посмотрел мое предыдущее видео, поставил лайк, комментарий, подписался. Так что, независимо, какие комментарии вы пишете, позитивные или негативные, спасибо вам всем за то, что вы посмотрели мое видео. И давайте приступим сразу слушать. Итак, поехали. Вот, блин, я вот впервые слушаю эту песню, но такое ощущение, что как будто я уже где-то ее слышал когда-то. Вот реально, такое ощущение, что что-то знакомое. Не знаю, вот как это передать. Хотя впервые слушаю эту песню. Блин, вот это круто было, вокал офигенно у него. До самого неба я прыгну с разбега. Куда же плывут облака подо мной? Стрелой через тело, сквозь сердце летела. Душа белой птицы. Уже конец. Да. Конец. Ну, блин, вот у него песни, вот какую не слушаешь, все хочется все снова и снова переслушать его песни. Вот реально. У него вот текст запоминающийся, офигенная песня, прям вокал, прям идеально. Блин, офигенно. У него вот реально, вот любую песню включишь, и охота переслушивать. Вот да, даже если вы или кто меня смотрит, если вы не фанат Шамана, то у него есть столько песен, вы по-любому найдете одну песню, которая вам точно понравится. Вот реально. Вот, например, у меня любимая песня у Шамана это «Я русский». К сожалению, я не записал реакцию на песню, потому что как я уже ее слушал, и это уже, получается, не будет реакции на песню «Я русский», потому что я уже ее несколько раз слушал. Вот я делаю в основном реакции на те песни, которые впервые вот слышал, вот как сейчас. Вот я вот послушал песню, вот реально, и охота еще раз послушать ее, переслушивать. Офигенная песня у него, офигеть. Вот независимо от возраста, мне кажется, его все могут слушать. Хоть там вам больше 50 или там, не знаю, 18 лет, реально, у него офигенный голос, песня офигенная, мне очень понравилась. Лайк поставим этому видео. Офигеть, песни. Посмотрим, на какую песню я еще сделаю реакцию вот у него.
Я еще не все песни его прослушал, и я потом запишу реакцию на те песни, которые я еще не слушал. Так что, если вам понравилось видео, то поставьте палец вверх, подпишитесь на канал, напишите, какие у вас любимые песни. Вот у Шамана там в топ-3, например. Будет реально интересно почитать, какая все-таки будет самая популярная песня у Шамана. Вот у меня, например, топ-3, наверное, будет это все-таки «Я русский», «Встанем». И вот на третье место реально сложно поставить песню какую-нибудь, потому что у него все другие песни, они офигенные, прям реально. Вот можно поставить даже вот эту «До самого неба», хотя у него еще есть песня «Ты моя», я ее слушал, тоже офигенная. Клип я не смотрел, так что еще, может быть, я на следующий раз сделаю реакцию на его песню «Ты моя», вот она тоже офигенная. Так что посмотрим и увидимся в следующем видео. Пока!